Приднестровью 35 исполнится только следующей осенью, а дизайнер Владимир Галанин уже создал главный символ юбилея – взлетающий аист, ассоциируется с молодой и гордой страной. Вот аист. Пока я думаю о нем очень много. Он взлетел, аист. Он не сидит, не стоит, ни на одной ноге. Он просто взлетел. Вот это я ищу метафору какую-нибудь, чтобы определить одним словом ясно, четко, понятно для всех. Готовиться к 35-летию Приднестровья Владимир Галанин начал сразу после прошлого юбилея. Тогда он создал бренд к празднику, а после появились новые идеи. Их Владимир Галанин планирует собрать в приднестровский брендбук. Бренд, он не может быть одним чем-то. Это собирательный тоже образ. Это вся наша страна с виноградниками, с людьми, с севером, с югом и со всеми делами. Страна дружбы народов и верности традициям, туризма и спорта. Узнаваемость Приднестровья в этих четырех геометрических формах. Цветы, пиктограммы, прозрачные символы легко расшифровать, поэтому слоган довольно емкий, чтобы каждый смог его продолжить. Я, ты, мы. Я прекратил дальше развитие. Каждый человек додумает что-то свое. И будет «я, ты, мы, приднестровцы», «я, ты, мы, счастливые люди», «я, ты, мы», может быть, всякое. Вот так памятник Суворову на коне выглядит в графике. Этот символ автор создал еще к 30-летию Приднестровья и продолжает его использовать в новых проектах. Суворов прозрачный. Прозрачного Суворова больше нигде нет. Это я создал к 30-летию Приднестровья. И он сейчас хорошо прошел красной нитью через всю нашу программу. Реклама, туристические буклеты, баннеры и даже одежда. Наглядная инструкция того, как можно использовать приднестровский бренд, тоже будет в брендбуке Владимира Галанина. Его автор представит в следующем году на выставке дизайнеров Приднестровья.